Всем привет! День какой-то, какого-то месяца. Уже что-то сбились, дождь пошел. Продолжаем изыскание. Лезем в лес. Сегодня втроем. Виктор, Люба и я. Вот. Настроение спокойное, прохладно. Времени очень много, где-то до 3:30 у нас. Вот. Там вот впереди урочище. А здесь вот через эти все пролески шли дороги. Вот здесь будем проверять. Потому что зачастую, сами знаете, попадается что-то. Ладно, не переключаемся, смотрим, что найдем. Так, первая монета у Виктора. Позднятина. Трешка 90-го года. Второй сигнал. Ну как? Денежка 1800. А два, наверное. Да, очень похоже. На 12-й год. Убитая в усмерть. N1, да. О, N1 я еще не находил. Денежки, но тем она... более. Денежка 1824, что ли? Ну да, окисел сильный. Ну, она кисленная, да, это мыльная. Где? N1. Хорошо. N1 твой. Вот я говорю, сколько раз мы здесь ходили по этой дороге, туда-сюда. Ну, какая беленькая. Душечка. 53-й год. Где фокус? Вот фокус. Нормально. А вы говорите приборы. Херня все, приборы. Приборы тут ни при чем. Тут да. Искать надо уметь. Это точно. Это от копыри зависит. Конечно, от прибора. Нет, еще я вот тоже все сам думаю, почему. Потому что он очень легкий у меня. Я, допустим, иду, я и тут махну, и тут махну, и тут махну. Ну, то есть как-то захват. Ну, может быть, да, от динамики, да. Конечно, трак, он прошел. Он тебя ты прошел. Ты им как этим, как косой. А я вот так тих-тих-тих-тих. Тут. Ну да. Может быть. Вот други деревни, ну вы ее увидели уже, не раз мы сюда приходили. Здесь силосная куча, и вот здесь они разровняли. Ну вот и смотрите, пожалуйста, там сверху валялось. Князь Великий Иван. Огород здесь был. Может, огороды. Ну, по карте огород был. Не огород, но дорога, вот она рядом где-то вот проходит, может, ее снесло. Вон Князь Великий Иван, пожалуйста. Где угодно можно найти, что угодно. Я уже говорил, что там Виктор копает упорно. У нас дубль советы. Двушка 53-го года и рамочник неопознанный в песке. Вон туда дорога шла. Где фокус? Что-то опять тебя нет. О, есть. Короче, да еще серебряный. Гайка серебряная. Фу-у-у. Ой, запаянные увеличивали. Ну-ка, дай помой это. Дай. Обалдеть. И где? На краю. И к краю граем шла дорога. Шикарная штука. Он серебряный? Думаю, да. Похож, да. Проб там вряд ли будет. Да, тогда никто. Смотрим. Нет, тогда никто не ставил. Когда вода-то будет. С ключиком с каким-то. Это этот. Хранитель деревни. С ключиком. Угу. Вот эта гайка. Сейчас покажу. Сейчас отмою получше. Я говорю, вот лес чем. Интересен тем, что идешь, ничего нет, потом
потом как бухнет что-нибудь. Это ты где? Сказал, с краю. Вот он, вон там. Я говорю, вот здесь шла дорога, прям по краю. Это что написано-то, хрен знает, какими-то... Латиницей. Вот такая штуковина. Или вот так. Смотрите, больше я тебе с тобой копать не хочу. Или вот так. Я больше не буду. Да не, офигенно. Или больше и не надо теперь, да? Сейчас прикрепим. Обнаружили здесь такой охотничий мостик с вышечкой. Единственная дорога, которая уходила, и вот из леса мы вылезли, справа болото и слева болото. Видимо, она так и повторяла. Прям с дороги. Ну, это, конечно, не то чуть-чуть, а печка 30-го года. Ну, хрен его знает. И конину только что нашел. А, нет, это низкопрофильные, ну-ка. 2 копейки, 58-го года. Низкопрофильник, конечно. Может, отойдет. Может, и нет. Так, вышли мы с этой дороги. А вот здесь где-то вон там на горе было это урочище. Здесь есть накат охотничий. Иду уж так, пошел. Егерская пуговка. Вот такая вот. Ребята вперед убежали. Вот так и шлепаю по дороге. Ребят совсем уже не видно. Воды у меня нет. Вот поход какой-то николаевский формат. Сейчас. По всему. На входе на эту дорогу монетку нашел 30-го года. И на выходе. Еще и по годику заехал. Нечасто я лопатой попадаю. Идем по полю в сторону машины. Трава высокая, ну так уже. Время сегодня было немного. Трешечка. 28-й годик. Так, все, Виктора выгрузили, дохаживаем. День. Поэтому скосику. ВРПшечка убитая. Следующий зеленый кружок. Ух, холодно на улице. Типа деньги. Похоже, это перечитаю, что ли. Там пищенько. Блин, ну это да. Надо что-то с ней делать. Вот такую фитюльку нашли. Друзья, подсказывайте, что это такое, я не знаю. Куски таких находили, но это, я так понимаю, кусок чего-то. Блин, такая туча прет на нас, холодная, как снежная, как будто. Так, полушка-гнилушка. А если, говорит, попадаются полушки-гнилушки, то могут попадаться и серебрушки. День следующий, продолжение нашего кинофильма о поисках на этом урочище. Прибыли на том же месте, в тот же час. Господи, что ж машин-то столько кругом. В тот раз по той дороге ходили, в ту сторону. В этот раз пойдем вот этот пролески пробивать. Ну, тут надо все смотреть, проверять. Видите, сами видели, вон какой, такие находки были. Так что продолжаем продолжать. По сути, идем вон в тот лес. Да, будем ломать стереотипы. Пока прибор отставили, первым сигналом так-то 53-го года. Вообще у нас был уже ломанный этот стереотип, насколько ты помнишь. Да хрен его. На двухчасовом поле. Был, нас плыл. На отстройке серебро поднял. Бывало, да. Был такой стереотип, что сразу монету выкапываешь, потом ни хрена не найдешь. Вот сейчас будем ломать его. Там в кустах вроде как кто-то шаверится. Вот она входила дорогу, мы дошли до пересечения, уходила на другую деревню. Она, естественно, заросшая. В советское время они ездили. У нас задача, в принципе, прозвонить край леса. Стереотип сломан с монетами.
рамочник какой-то. Дали. Здесь один лежал, здесь второй. Я их не отмываю. Воды нет. Так, у Люб там 2 копейки 36-го года. Перебрались через ручей. Вот она уходит, дорога. Даже не ожидал, что она здесь будет. Сейчас мы ее позвоним. 2 конины еще там. Продолжаем идти по дороге, пока ходильная. Поздний совет. 2 копейки. Хрен знает какого года. Такой мирная прогулка по лесам, по дорогам. Империи пока нет. Да, они могли засыпать, но не подсыпать. А могли здесь и не ходить, 30-й год советика. Могли здесь и не ходить в то время, могли ходить где-нибудь в стороне, откуда я знаю. Какая вот дорога чудесная, но попадается пока только советы. Ну, это щитовичок, я его не отмываю, но это видно. Вот. Вылезли мы в конце концов с дороги и уперлись вот в это болото, которое в одном из предыдущих видосов мы показывали. Только с той стороны я подходил. Здесь все бобрами. Люба, говорит, что подошла, говорит, они как давай, говорит, там плюхаться. Сваливать по-бырому. Ну, как минимум 2 штуки. Ну вот она и шла туда, да, на деревню. Но тут а ее, вот туда, дальше, да, к сожалению, деревня. Нет. Обнаружена табличка. Все, пойдем посмотрим, что за табличка. Ну и ров пожарный. Оригинально. В жопе на болоте. Табличка на дереве. Рено. Официальный дилер. Интересно. На гвоздях. Ну вон, погрызано все бобрами. Сейчас чуть-чуть углубимся туда и пойдем в обратку. Так, друзья, возвращаемся. Вон она дорога, метров 15-10. Идем вот этим краем, вот империя. Там империя не попадалась. Здесь сейчас посмотрим, что... Ну, N1 какой-то. N1, да, болотненький. Болотненький. Копейка серебро. Серебром. И замечательно. 40-й, походу, год. Ой, а что такое за запах? Ну, она же еще не... А, это из бутылки стоит. Смотри, какой-то аромат, блин, такой ягодно-цветочный. Думаю, ни хрена себе на болоте. Ну, это же для волос была жидкость. Понятно. Ну, да, похоже, 40-й. Ну, такая же, как моя двух-то. Ну, понятно, убита. К сожалению, убита. Хотя с этой стороны отлезет, видно. Ну, с этой, да. Вот видите, сохранится. Ну, опять низкопрофильный. А с этой хрен поймешь, да, чего. Ну, что, ну, да, это... ну, мы все туда идем. Пробую. Перейти сухо. Ковырял, ковырял сигнал. С под корня. Ходячка. Бляха. Березка, посмотрите, какая стоит. Вот откуда она там взялась? Откуда? Ё-моё. Вообще не понимаю. Или сова. Нет, сова. Решили залезть на урочище. Ну, у нас катушек нет маленьких с собой. Совы, да, кусок. Башки совы. О, такая вот. Здесь можно прям целиком все вот шурфить. Потому что звенит все кругом. Здесь шурфить можно... Все. Вот, друзья, выбрались к машине. Больше ничего не нашли. На этом устали что-то. Заканчиваем вылазки сегодняшние и вчерашние. Вот, уже совсем язык заплетается. Спасибо, что с нами ходите. Мы уж стараемся снимать как можем, как умеем. Но будем снимать лучше, стараться тоже. На этом откланиваемся. Всем пока!